отметили. Запад объявил нам, объявил всему русскому миру тотальную войну. Это теперь уже никто и не скрывает. И вы видите, как Соединенные Штаты, их сателлиты удваивают, утраивают, учетверяют усилия по сдерживанию нашей страны, используя широчайший инструментарий от односторонних экономических санкций до насквозь лживой пропаганды в глобальном медиапространстве. Доходит уже до абсурда та самая культура отмены России и всего, что связано с нашей страной. Под запретом классики Чайковский, Достоевский, Толстой, Пушкин гонением подвергаются. В общем, можно с уверенностью сказать, что эта ситуация с нами надолго.